Друзі, доброго вечора. Это я, Самвел, украинский армянин, спустился со своих армянских гор, чтобы вам показать ситуацию, которая у нас в Киеве. Ну, пятница вечер, и как я теперь называю город Киев, не только город-герой, а теперь это город фонариков. Потому что, друзья, после этих двух недавних атак повреждена энергосистема, и пока эти несколько дней, безусловно, есть отключение электричества. Вот, поэтому фонариков много, но сегодня пятница вечер, многие люди уехали за город, на дачи, и людей не слишком много. Хочу сказать, что в этой ситуации, конечно, еще один фонарик, видите? В этой ситуации хочу вам сказать, что... Кстати, в наше мобильное время у каждого в телефоне есть фонарик, и в данном случае это есть благо, которое очень сильно выручает и помогает. Хочу сказать, любая атака нам до одного места, любая атака, которая происходит от Российской Федерации, она для нас причиняет в результате небольшие последствия. Ну и кроме, конечно, потери жизни людей, гибели украинцев. И как сегодня в Харькове тоже это произошло. Молодежь. Так вот, ни одна ракетно-дроновая атака, безусловно, нам не является большой проблемой. Всю энергетическую систему наши службы быстро поднимают, быстро восстанавливают. И к этим временным трудностям все жители Украины готовы. Но я хочу снова сказать пару слов. Я так много снимал роликов, где я обращался к президенту Зеленскому по поводу закрытия неба. И хочу еще раз напомнить. Вы помните, что в первый год полномасштабного вторжения про закрытие неба кричали и говорили все. Весь мир знал, что Украине нужно закрыть небо. В результате два Патриота, Айрис-Ти, НАСАМС. В общем, у нас появились системы защиты, системы ПВО. Но, тем не менее, даже в крупных городах не было закрыто. Потом на полтора года тишина была, когда мы получили системы ПВО. И вот сегодня снова эта проблема возникает. Нам, конечно, большое количество вооружений еще необходимо, но закрыть небо этот вопрос никуда не ушел. И несмотря на то, что Киев достаточно хорошо защищен, тем не менее вы видите, атаки дают свои результаты. Большую часть результатов расисты получают баллистикой, а это значит, что таких систем, как Патриот, НАСАМС-Ти, Айрис, нам необходимы эти системы противовоздушной обороны. Очень и очень необходимы. Особенно сегодняшний день показал отправление в отставку главы Олещука, генерала Олещука. Но об этом я расскажу вам в другом ролике обязательно. Поэтому я очень надеюсь, что всю эту ситуацию, все эти сложности президент Зеленский использует во благо Украины и обеспечит в ближайшее время большое количество систем противовоздушной обороны. Много патриотов и также тех систем европейских мощных, которых я уже упоминал и которых очень-очень много. Поэтому желаю президенту Зеленскому как можно быстрее и использовать для Украины решить этот вопрос. А этот шум, это, конечно же, генератор. Ну, у нас это не редкость, когда отключается электричество. Мелкий бизнес, предприниматели продолжают работать, используя генераторы. Понятно, что это невыгодно. Понятно, что из-за этого растет цена на продукцию в целом. Но, тем не менее, зато 1 + 1 = 3. Для любителей выпить. И, кстати, я про это не зря говорю, потому что, к сожалению, очень много пивных магазинов в городе Киеве. И я всегда критикую районы, в которых это есть. И с этим местной власти, мэру Кличко, необходимо навести порядок. Так что, друзья, только так.
Сивы, да. Бросайте курить. Не курите, не материтесь, не принимайте наркотики. Обязательно верьте Бога, все делайте с именем Бога. Только через Него. Занимайтесь здоровым образом жизни. Любите людей, помогайте людям. И будет вам счастье. Только так вам будет счастье. Все остальное очень и очень временно и призрачно. А сейчас нас ждет арбузик. Потому что большие магазины и небольшие тоже продолжают работать на генераторах. И, конечно, мы можем купить замечательные овощи и фрукты. Берегите себя, будь мой арбузик.